Всем привет! И это видео будет о поездке в Крым. В этот раз мы решили ехать налегке, и я беру только Валерию, мы же никого не берем. Мы решили ехать налегке и взять по одному рюкзачку. Вот, прикупили даже для этого специально. Ага, как же. Еще сумка, пакетище с едой. Бафи тоже хочет к нам залезть, но мы его не возьмем. Нет, Бафи, там слишком жарко. В общем, поехать налегке у нас не удалось. Как обычно. И, кстати, за несколько дней до путешествия наше путешествие чуть не сорвалось. Кто смотрит наш инстаграм, знает. У Валерии приключилась беда. С ногой. И я вам ставлю видео из инстаграма. Ну, еще все в порядке, все обошлось. Как мы переживали, что мы не поедем, прям все испереживались. Ну, слава богу. А теперь едем. Едем, а вы поедете с нами. Лере сказали, представь, что она загорает. До юга мы чуть-чуть не доехали, начали загорать в Ивангороде. Лера теперь с гипсом будет ходить. Походу, она вошла во вкус. Смотрите, уже позу приняла красивую. Личико бы еще повеселее немножко. Вот. Гипс готов. Понедельник начинается с повторного рентгена, уже без гипса. Лера тренируется ходить на костылях. Уже хорошо получается. Тренировка проходит, чтобы поехать в Крым и бегать там по горам на костылях. Да, Валерия? Посмотрите на лицо этого счастливого человека. Все. Мы счастливы. Я не перелом, ребят. Короче, пришли. Мы сидели полтора часа. Сделали рентген. И выходим. Они нам дают. Рентген вообще непонятно. Темнота, темнющая. Кости вообще не видно. В итоге смотрим, там написано «перелом», такой же, который и был в прошлый раз. Я уже все разревелась, у меня уже все, паника, истерика. Приходим к врачу, он говорит, ну я бы не сказала, что здесь перелом, конечно, ребят. И я такая, что? Он такой, гипсовать не буду. Я такая, все, мне можно, главное, на каблуках или не бегать. Наконец-то дошли до нашего вагона. Мы едем в 10-м вагончике. Стоим в очереди. Сейчас уже будем заходить. Ну все, мы в поезде сели, расстелили кроватку, и мы счастливы, да, Лер? Да. Что мы с тобой будем делать? Играть в карты, смотреть кинчики и много-много есть. И разукрашивать разукрашки. Обычно мы еще с тобой разные доразукрашивали. Нам надо добить пару разукрашечек. Да. У нас первый ужин. У меня пюрешка. Лера, макарошки. Окрошка, картошка и макарошки. Весело, короче, стоим в Акуловке 28 минут, а там Сапсан остановился. Сапсан так громко ездит. Он мимо нас промчался просто так вихрем. Шух. А этот встал. А мы так вот этим. Все, доброе утро. Одна ночь прошла, проснулись. Все наши соседи вышли в Москве. И мы теперь едем вдвоем. Доброе утро, любимые девочки. Не знаю, надолго это или нет. Классно. Хорошо бы, если бы к нам никто не подсел, мы вообще вдвоем бы ехали. Вот это мы хорошо устроились, да, Валерия? Ага. Первый завтрак пошел. Первый фильмец. Второй. Ну, один вчера посмотрели. Все, не первый. У нас впереди еще 8 фильмов. И мы абсолютно одни. Да, вот это кайф. Время 2 часа, мы посмотрели 2 фильма, решили попить чайку. Смотрите, какие у нас милые стаканчики. А это мой сиденорожка, это Лерин сламок. Будем пить чай. Ребята, шоколадка. Я схожу с ума от безделья. Я вот так вижу. Собственно, такая картина получилась у Валерии. Я дорисовываю Совушку. Это третий день нашего путешествия. Смотрим 5-й фильм. Скоро уже будем подъезжать к Анапе. Нам так никого не подселили, поэтому мы как в раю. Просто поездка удалась. Шел третий день пути. Лера начала сходить с ума. Ага, сейчас проехали, говорят, Анапа. Еще дети поют уже второй день. Аленка, ты шоколадная девчонка. Тема белорусских. Я схожу с ума, ребята, я уже не могу. Поэтому я мяучу. Ну что, мы сделали это. Мы подъезжаем. Я готова. Привет, Анапа.
через 2 года мы уже поедем на поезде. В машине. Нет, на поезде прямо так, чтобы не делать этих пересадок. У нас остановка Феодосия, заказали пиццу. Там уже видно море. Там люди купаются, ребят. Я буду есть. Нам еще 3 часика осталось, и мы будем на месте. Ну все. Наши приключения закончены, и мы на месте. Комнатка нам нравится. Есть Wi-Fi, телевизор, туалет, ванна. Все прикольно. Так что мы сейчас прям свалимся спать. Вот ради чего мы проделали этот тяжелый путь. Смотрите, какое море голубое. Вот это да! Господи, как это красиво. Сегодня нет волн. Нам надо с собой такой трейлер, чтобы там жить. Приехал на море и живи. Лера, куда мы едем? Мы едем за едой. За овощами и фруктами. Да, на какой-то рынок едем. На оптовый. Уже искупались, так классно. Теперь поедем затарим холодильник, я чтобы... Я даже немного жить. Загорела. Чуть-чуть. Хорошо, не обгорела. Но мы прям утром, часика на 2 съездили. Хорошо-то как, товарищи. Что, сходили на рынок. Теперь у нас первый перекус. Взяли макарошки с сыром. Черешеньку купили, конечно же, овощей побольше. Но очень так все просто и вкусненько. Приятного аппетита, любимые девочки. Всем приятного аппетита. Доброе утро. Сегодня 3-й день нашего отдыха. Мы идем на море, как обычно, с утра пораньше. И сегодня мы будем кататься на серфинге. Ну, почти на серфинге. Ну что, доехали мы до пляжа. Это было квест на выживание. Доехать до пляжа на пазике. Это очень смешно и очень грустно одновременно. У нас есть вариант взять байдарку на 2 или вот такие досочки для серфинга. Классные. Ну, конечно же, мы возьмем доски. Без вариантов. Главное весло не потерять. О, какая качель. Смотри. Потерять волны. Все, что маме нужно утром для счастья, это море и сап. Такая у меня молочинка, не могу. Все сама, ты сама, да? Устала. Сейчас она гребет далеко-далеко. Все, мама уплыла. Все, накупалась. Потеряла сережку, пока залезала. Это печально. Короче, кто на море, кто будет на море, вот эту штуку надо обязательно взять. Это недорого, 300 рублей в час. Несказанное удовольствие. Валерия там еще плывет, еще купается. И они красивые, горяченькие и хрустященькие. Приятного аппетита, девочки. Сегодня едем в Севастополь к друзьям, к Машеньке, к Ольге. Валерия обгорела и не в духе. Но я думаю, что все будет нормально. Девчонки нас опять водят по красоте. Посмотрим. Какой-то новый фонтан у них. Очень красиво. Это как обзорная площадка. Это обзорная площадка. Недавно тоже ее сделали. Красиво. Это мужской монастырь. А вниз 800 ступенек пляж, вот где вот этот камень. Ничего себе. Вот там внизу пляж. И смотри, видишь, кораблик привозит сюда людей на пляж из Балаклава. Балаклава вот там, за горой, получается, между этой и этой горой. Как красиво. Я хочу вас еще вот на ту смотровую вот туда сходить. Вот на ту гору. Туда подъезжаешь, и там тоже... Красиво, можно фоткаться с ними корабль. Обалденно. Шикарно, слышишь? Угу. Приехали на смотровую площадку. Что-то приехали спасатели. Кого-то спасать. Упал.
типа смотрим. Да, конечно, обрывы очень опасные. Короче, там кто-то сидит. Ух ты, красотища какая. Сейчас будут спасать. Как можно идти уверенно с такого обрыва? Шок. Это здесь сапки делают. Смотрите, какой классный дом построили. Решили прокатиться на пароме. Сейчас посмотрим, там уже выстроены корабли к празднику военно-морского флота. Нагулялись, накатались и, как всегда, присели покушать. Приятного аппетита, девочки! Самое распространенное блюдо, я чувствую, это шаверма в этом году, да, Лер? Да. Да. Ну и, конечно, макароны с сыром иногда. С сыром макароны вообще. Это не моя мама. Короче, девчонки привезли нас в такую красоту, что у меня просто замерло сердце. Здесь специальное такое место для фотосессий красивых. Там море. Сейчас мы будем здесь фотографироваться. Ну как вам видочек? Обалдеть. Ох. Это видела, как цветочки продают красиво? Да. С выдумкой, это тебе не просто так. И цветочки красивые, да. Такие ненавязчивые. Девушка красивая с костюмом. Мальчик вот браслетами торгует. У нас вот есть уже такие, миллион штук даже. Подписчики прислали, прости, мальчик. Да, милый мальчик. Смотрите, какой памятник котам. Здесь, кстати, у каждого рыбака вот такой котик стоит и требует рыбку. Ну, смотрите, если горит лапа, значит, ей надо тереть и загадать желание. Или тут. Везде можно потереть. Ну, везде, потрём и загадаем. Красивый. О, как мило, на аккордеоне играет. Давай, мам, играй. Или на баяне. На аккордеоне, наверное, 5 лет всего. На баяне. Я на аккордеоне. Ну, короче, мы решили Маше, как и всем, привезти шоколадку эстонскую. Смотрите, что с ней стало. Даже не, да, даже не помогла сумка-холодильник из Фикспрайса. Шоколадка водится, так не годится. Короче, если вы едете в Крым, шоколад в подарок не везите. Ой, я не могу. Смешно. Всем доброе утро. Девушки. И сегодня наш завтрак состоит из вчерашнего комплимента от ресторана. Вчера мы просто не смогли его доесть, объелись. Ну и шоколадки из Эстонии. Очень вкусный завтрак. Да, а там, смотрите, дебящее лицо такое сидит. Их здесь было трое, короче. Мы их выгнали, потому что они вообще не давали нам есть. Приехали на рыбачок. Альбиносы. О, белые голуби, наверное, их на свадьбу берут. Плавать просто так для красоты. Секундное дело, может, вкусно как?
надоело, но ее из дома. И сегодня мы лакомимся в ресторане. Нашем любимом греческом. Называется Эллос. Ну как, Валерия? Отлично. Я заказала себе курочку. А Лера спагетти. Кушаем. Кушаем, наслаждаемся жизнью. Сегодня праздник военно-морского флота. Очень много народу. Погода отличная. Отдыхаем. Ждем самолеты. Они уже кружат вокруг нас. Так что с минуты на минуту они приплывут сюда и покажут нам. Идут! Вот они! Вау! Вот это да! Валерия пошла на пирс, там много народу. Оттуда все снимает, смотрит. А я осталась здесь на пляже. Встала на поребрик. Жду, когда они второй раз зайдут. Так, второй заход, смотрите. Так, низко. Медузу. А, она ее потеряла, это Лера! Мы еще не успели сфотографироваться. Ну все. Все, я уплыла. Вот так вот. Все, я уже боюсь. Не успели сделать фотосессию с медузой. Лови ее! Ой, поймала, Лера поймала медузу! Смотрите, еще какая огромная есть. Вот это да. Это парочка. Не боится ведь совсем. Отпускаю! Плыви! Плыви, медуза, плыви! Уплыла! Она мне кажется... А, нет, во, пошла. Последний день в Крыму. Прощаемся с морем. Сидим в таком колоритном кафешке. Очень красиво. Слушаем звуки моря, купаемся. Последний денечек. Завтра домой. Я человек говорю, пусть он сейчас лежал, говорю. Плохо мы так прощаемся с морем. Вкусненько, да, Валерия? Очень вкусно. Лера решила в последний день прокатиться на Саабе. Но не знаю, волны очень огромные. Я думаю, что у нее не очень хорошо получится. Но сейчас посмотрим. Рисковая такая девочка, рисковая. Ветрище сегодня и волны огромные. И я, конечно, не рискнула. Поехала. Ну пусть хоть не встает, пусть сидя гребет. Ну что, вот и 31 число, мы завершаем наш отпуск, ждем автобус. Уже 2 часа здесь сидим, через 20 минут у нас посадочка, поедем в Анапу. Да, Валерия? Да. Валере понравился. Домой. Отпуск, но она почему-то рада, что она едет домой. Ну, хорошо. Ну вот, наш поезд подъезжает, и мы отправляемся домой. Да, наконец-то. Время пол 11 ночи. Наш 10-й вагончик. Походу, нам придется идти туда. Ой, хорошая вода. А, это плацкарт. 14-й. Все наши вещички. Суета вокзала. Кто любит суету вокзала? Мы едем в купешке.